Animal Jam. А сейчас самое время для удивительных животных. Номер 1960. Удивительный жук. Битлз или жуки — это английская поп-группа 60-х годов. Нет-нет-нет, не эти жуки, а вот эти. О, я неправильно понял. Существуют тысячи разновидностей жуков, они обитают почти по всему миру. Вот этот жук называется чернотелка лесная. Чернотелки лесные — необыкновенные жуки. Большую часть зимы они проводят в замороженном состоянии, а зима в местах их обитания длится до полугода. Как им это удается? Вы не поверите, но их тела вырабатывают антифриз. Как вам это? Чернотелки обитают в основном в северной части США и в Канаде. Они питаются как свежими растениями, так и перегноем. Дешево и сердито. О, чем это пахнет? Остренько. По-моему, мне нужно в уборную. Многие хищники считают чернотелок лесных довольно вкусной пищей. Среди них пауки, птицы и ящерицы. Неудивительно, что чернотелки немного нервные. О, там ящерица! Ой, дело плохо, это прогнивший пень. Это не я. Что это было? Вау, мистер Жук. Я не мистер, я мисс. Вы все просто удивительные животные. National Geographic Kids.